Приветствую вас. Прочитал ваш запрос, именно запрос, а не вопрос. Вот. И, наверное, первое, с чего хотелось бы начать, это того, что конфликтной психологии нет, есть конфликтология, есть межличностные отношения. И, соответственно, психология межличностных отношений. А вот именно конфликтной психологии или психологии конфликта как таковой нет. Это первое. По крайней мере, в курсе МГУ психологии именно вот такой дисциплины, как конфликтная психология, нет. Потому что конфликт – это, по сути, столкновение интересов различных групп, индивидов, субъектов деятельности, личности и прочего. И не думаю, что можно изучать, если вы говорите о предмете, не думаю, что можно изучать конфликт как предмет психологии. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что значит, хотите получить помощь от практического психолога и описать свою ситуацию в семье, образовании, общественной работе. То есть в этих сферах у вас есть определенный конфликт. Хорошо. Хорошо, что вы это понимаете, и я могу с уверенностью сказать, что в этом плане вы молодец, что понимаете. Понимаете, факт наличия своей проблемы. Но вопрос, который я хотел бы вам задать. Если вам нужна помощь, например, практического психолога, то что вам мешает обратиться к любому из психологов, которые есть, например, у нас на сайте. Почему вы пишете свой вопрос здесь? Почему вы задаете свой вопрос именно в общем разделе, а не обращаетесь лично к выбранному вами специалисту? Вот это, на мой взгляд, куда более важный вопрос, чем тот, что вы задаете. Или, возможно, вам хотелось бы, чтобы психолог прорекламировал свои услуги. Возможно, вам хотелось бы, чтобы психолог как-то рассказал о себе, рассказал о своих методах работы. Вы знаете, если мы с вами говорим о конфликтах и о конфликтных ситуациях, а также о конфликтологии, по сути, то здесь необходима максимально полная сторона, сторона каждого участника конфликта. И без этого, на мой взгляд, совершенно невозможно разобраться с тем, как раз, что вас беспокоит, что вас волнует и так далее. Поэтому я могу только сказать, что многие, почти все наши
эксперты на сайте занимаются практической психологией, и абсолютно все могут оказать вам эту помощь в той проблеме, в которой вам нуждается, в которой вы нуждаетесь. Другое дело, что если у вас существуют конфликты в трех сферах, то, скорее всего, проблема не в людях, а в вас. По какой-то причине вы конфликтуете. И именно причина конфликта вашего кроется в вас. Защитная реакция, страх, неуверенность в себе и так далее. И вот с этим уже нужно разбираться. Но, конечно, будет лучше, если вы опишете всю ситуацию, как она складывается у вас целиком. То есть, чем лучше вы ее опишете, тем более понятно будет, в чем заключается именно проблема. Поэтому вам нужно выбрать эксперта, хотя бы нажав на кнопочку «Эксперты» и выбрав категорию, там, метод сортировки, фильтр, выбрать понравившегося вам эксперта и начать с ним работать, договорившись предварительно о времени и о цене вопроса, а также о форме. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!